Даже в условиях непростой экономической ситуации вкладчики Чувашкредитпромбанка должны получить полагающиеся выплаты. Сегодня ход конкурсного производства временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев обсудил с руководством агентства по страхованию вкладов. В агентстве по страхованию вкладов свои обязательства выполняют. Все пострадавшие клиенты Чувашкредитпромбанка уже получили до 1 миллиона 400 тысяч. Сейчас это максимальная сумма, положенная по закону. Процедура конкурсного производства находится на личном контроле в РИО главы региона. В конце марта Олег Николаев встречался с руководителями госкорпорации «Очно» в Москве. Есть часть тех вкладчиков, которые все-таки оказались вкладчиками, у которых выше, чем 1 миллион 400. И вот как раз вот ровно в интересах и их тоже сегодня был разговор. К сожалению, вот ход конкурсного производства, скорее всего, будет продлеваться. Так же, вот как эта встреча в связи вот с этой нестабильной и непростой обстановкой в стране и в мире. Предварительная дата собрания кредиторов банка перенесена на середину июня. Чтобы погасить оставшиеся долги перед вкладчиками, необходимо реализовать имущество. Самая главная цель нашей сегодняшней встречи же, конечно же, была это наладить прежде всего взаимодействие органов государственной власти и конкурсного управляющего с тем, чтобы ускорить процессы конкурсного производства. Очевидно, это имущество, возможно, будет интересно и для предпринимателей Чувашии, для ведения их деятельности. Ну и это вот одна сторона. С другой стороны, конечно же, быстрая реализация этого имущества позволит быстрее погасить требования кредиторов. Обязательства банка перед вкладчиками сейчас почти 4 миллиарда рублей. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков. Республика.